Как правильно предлагать свои услуги через социальные сети, чтобы бизнес приносил прибыль? Об этом узнали химчане на мастер-классе по интернет-продажам. Встречу провел профессиональный маркетолог Владимир Бархаев. Специалист рассказал, как эффективнее привлекать потенциальных покупателей, и на конкретном примере объяснил, если постоянно не заботиться о поиске клиентов, можно легко прогореть. Максимум ее хватило на 1,5 года. И через 1,5 года все это дело закрылось. Сейчас объясню, расскажу вкратце почему. Девушка сняла помещение под цех, наняла кондитеров, наняла сотрудников, договорилась с службой доставки. В общем, все хорошо. Единственный момент, о чем девушка не подумала, о том, что есть у нее вот ограниченная аудитория, которую они знают, и все. То есть все было, все деньги, которые она скопила и решила проинвестировать в бизнес, были потрачены. Мастер-класс посетил заместитель главы администрации Игорь Панчук. Он рассказал участникам встречи, какие еще мероприятия проводят для граждан. В частности, о проекте «Добробус», который бесплатно возит химчан на экскурсии по всему Подмосковью. Это единственный проект на территории городского округа Химки, который не имеет аналогов в регионе Московской области в настоящий момент по масштабности этого проекта. И имеет такую дальнейшую перспективу, что многие регионы других наших областей, краев подхватят эту идею, и может они даже где-то и реализуют, в той же Москве. Мастер-классы по интернет-продажам, фитнесу, декоративно-прикладному искусству и другим интересным для горожан темам проводят в Химках регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробную информацию о дате и времени проведения можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.